Избивает меня при наших детях. За волосы один раз потаскал рукой подъезд. И этот человек вас бьет? Он же их любит. Будущего у этой семьи быть не может. Все, начнем. Вот и поговорили. Здравствуйте. В эфире программа «Я подаю на развод». С вами Оксана Пушкина. Сегодня на развод подает Надежда Виноградова. Она у нас в студии. Встречайте. Как давно он вас бьет? Лет 9 назад. Ну, поднял на меня руку первый раз. Он просил прощения очень долго, чтобы я его простила. Я простила. Но потом все началось снова. А как часто это происходит? Утром, днем, вечером? Нет, ну раз в день стабильно. Он может подойти и меня ударить. Надежда Виноградова из Северодвинска. 30 лет. Прожила с мужем в браке 10 лет. Горько! Горько! Сейчас отношения с супругом на грани катастрофы. Ой, сиди, Лёш, сиди. Со слов Надежды, каждый вечер в течение года ее муж устраивает скандалы. А в последнее время супруг начал ее избивать. Ты меня бьешь ногами, я девочка. Он сказал, с такими, как ты, надо только так поступать. Надежда работает в кафе 6 дней в неделю. Берет себе смены кассира, уборщицы, чтобы прокормить безработного мужа, пожилую мать и двух несовершеннолетних дочерей. За последние 3 месяца Надя уже не раз думала уйти от Саши. Жить с мужем-тираном она больше не может. Больше нисколько не готова терпеть. Хочется, я хочу жить. Надежда твердо решила подать на развод. Я у него спрашиваю, за что ты меня бьешь? Объясни. Он мне говорит, потому что ты вот такая вот, какая? Я не знаю какая, но ты, видимо, какая-то особая. Ну какая? Ты плохая хозяйка, ты плохой друг, ты плохая любовница, ты ему изменяешь или ты плохая мать, за что? Нет, я ему не изменяю. Мама, я думаю, что я тоже неплохая. Ну и хозяйка, наверное, тоже неплохая. Я не знаю, за что. А что просто с интимной жизнью у нас? Ее фактически нет. Сколько у вас детей? Двое. Двое. И они все это видят? Да. Он причем не стесняется, он избивает меня при наших детях. При наших девочках. А детей он бьет? Нет, детей он, слава богу, не бьет. Но он делает это при них. При них, не стесняясь, что у них отложится, да, в голове. Почему папа бьет? У нас старшая дочка однажды сказала ему в лицо, не побоясь, что ты меня достал, извините, как бы, да? Достал, я не хочу с тобой больше жить. И объявила ему бойкот. Не общается с ним по сей день. Не Наденька, хочет. Вот смотри, утро семейное. Вы спите вместе? Да. Просто спите? Просто спать да. больше негде? Мы спим а так бы под разными одеялами. А, под разными да, одеялами. Да, и это была инициатива моя. Лечь под разные одеяла, чтобы он меня вообще никак не трогал. Вот. А утро у нас начинается обычно. Я одеваюсь и ухожу на работу. А он дома? Он дома. И в течение дня у нас начинается вот это вот... Он, извините, он мне не звонит по телефону, он мне долбит по телефону. Он мне в день может позвонить раз 40. Просто он, нет, он меня не проверяет. То есть ему скучно, у него плохое настроение и прочее. А почему он дома, Надь? Ты работаешь, а он? Наверное, он перестал любить работать. Он тунеядец? Я его называю просто содержанкой. А когда-нибудь он работал? Да. Вот мы 10 лет прожили вместе, и за 10 лет у него общего стажа, ну, пока мы вместе жили, 3 года наберется. А что случилось? Почему он перестал работать? Я позволила, наверное, ему не работать. Все взяла в свои руки. Когда, то есть он первый потерял работу, он не работал там очень долгое время. Я закрывала глаза, то есть я работала, я зарабатывала, кормила, одевала, обувала его, наших детей. Ну, наверное, и сейчас так же. Почему ты раньше от него не ушла? Хотелось, наверное, сохранить семью. Наверное, очень боялась остаться одной. С двумя детьми. То есть ты из тех женщин, которые хоть с кем, но лишь бы не одна. Да, наверное. Надь, извините, пожалуйста, а сегодня вы уже приняли решение, да? Да. А в чем, собственно, тогда проблема? Он прописан у вас в квартире он или нет? Он у нас не прописан в квартире. Я так... боюсь его. Он меня так просто не отпустит. Было такое неоднократное, когда он уходил из нашей жизни, из нашей квартиры. Но при этом он приходил, выбивал двери. Избивал Смотри, меня. Смотри, мне кажется, что он просто тобой манипулирует. Тебе так не кажется? Да. Кажется. Что он делает? Мы режем вены. Угу. Мы
пытаемся прыгнуть из окна. Угу. Мы пьем в большом количестве таблетки. Какие? Глотаем. Ну, разные, какие попадутся ему под руку. Надежда, вот теперь вью вас. А вы смотрите, ведь это было через год, наверное, через два. У него уже какого-то рода поведение было, которое неадекватное. Я вот вас слушаю, у меня вывод такой делается. Вы как мазохистка какая-то. Я вам не верю. Понимаете? Вы сейчас решение до конца не примете, так сказать, если вы даже хотите разводиться. Мы для этого и пришли, чтобы вообще на самом деле помочь. Наде, посмотрим на экран. И вы поверите сразу в то, что она говорит. 9 января этого года о семейных проблемах Виноградовых узнал весь Северодвинск. Было установлено, что вены с целью суицида порезал себе Виноградов Александр. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что противоправных действий в отношении Виноградова не совершалось, и травму он причинил себе сам. В тот день Надежда объявила мужу, что подает на развод. Я ему собрала все вещи, уложила их аккуратненько. Говорю, я тебе вещи собрала. Ты, пожалуйста, уйди, пока я не пришла с работы, потому что я больше не хочу тебя видеть. Александр понял, что на этот раз решение супруги окончательно. Осознав потерю любимой, Саша предпринял попытку свести счеты с жизнью. Ну, состояние эффекта было. Я не понимал, что делаю. Закрывшись в ванной, Саша взял бритву и перерезал себе вены. Несколько часов мужчина истекал кровью и не пускал в дом врачей до прихода жены. Ближе к вечеру мне позвонила старшая дочка и сказала, мама, срочно вызывай скорую. Папа вскрыл себе вены. Наденька, этот человек вас бьет? Он же хлюпик. Да, он Вы-то бьет, будете побольше, посильнее, мне кажется. А вы отвечали вот как-то? Однажды попыталась ему ответить. То есть он меня ударил довольно-таки сильно. И я решила дать ему подщечину хотя бы. Ну, чтобы он понял, да, что я тоже могу с ним справиться. Я об этом очень сильно пожалела. Да, он меня так ударил. Слушайте, а он судим, нет? Судим? Ну так может надо повторить? Его посадить повторить? Может надо было. Может повторить эксперимент? Он не боится. А? Не боится? Почему? Ну потому что, когда он себе вскрыл вены, нас, естественно, вызывал к себе участковый. Мы к нему пришли, и я просто думаю, что же ответит участковый, чтобы он хотя бы, может быть, Саша испугается, да? Я не сказала в открытую участковому, что он меня бьет. Бьет всегда, ну, систематически избивает меня. Я просто задала вопрос участковому, а что может быть человеку, допустим, супругу, если он бьет свою жену? А почему ты не сказала? Хотела, мне было стыдно. Вот. А он сказал, ничего. Слушай, но на самом деле тебя 10 лет бьет, да, твой муж, тебе не стыдно. А сказать человеку, который, в общем, тебе мог оказать помощь сразу же, тебе стыдно. Очень. А к нам на программу приехала твоя лучшая подруга. Нина Половинская. Здравствуйте, Ниночка. Давайте я между вами попу. Вся правда, подруги, или нет? Знаете, много здесь даже недосказано. Очень многого. Ну, например? Потому что я вот просто искренне прошу, чтобы, может, эта передача как-то доведет, Надь, до твоего ума, что ты останешься либо овощем, калекой, тогда ты точно будешь ему не нужна. Потому что даже употребление, например, вот тех же наркотиков там или еще что-то. А почему ты не сказала, что он наркоман? Надь, тебе опять стыдно? Она стыдна, она всего боится. А ей стыдно перед людьми, понимаете? А перед детьми не стыдно? Как они это все видят? Как они видят, как папа режет вены, как течет кровь, какая у ребенка психология после этого останется? Ты его любишь? Нет. Знаете, в данном случае, конечно, ни о какой любви, ни с той, ни с другой стороны вообще говорить не о чем. Да? Mm-hmm. Мужчины, они, ну, по крайней мере, в этом случае, да, они, у них очень развито, знаете, чувство собственности. Это из серии «Так не доставайся ж ты никому». «Я тебя не люблю. В принципе, ты мне не нужна. Но нет, ты будешь со мной, и я буду творить над тобой то, что я пожелаю». Вот, это точно. И поэтому, если, причем, я говорю, еще у человека дурманен мозг у него наркотиками, поэтому сейчас речь идет только о вашем решении. И в данном случае нужно принимать экстремальные меры. Понимаете, по головке гладить здесь уже не получится. Объяснять здесь уже не получится. Зачем он тебе нужен? Так он мне не нужен. Я поэтому и говорю, что я подаю на развод. Я не буду с этим человеком больше ни при каких обстоятельствах. Ни при каких. Посмотрим все-таки на человека, о котором мы так много говорим. Александр Виноградов, 38 лет. Считает, что инициатором скандалов в семье всегда выступает жена. Последние разборки с Надеждой вызвали у Александра инсульт. Правая сторона плохо работает.
рука и нога. Ну, кричит в основном она. Я-то спокойно общаюсь. Просто она меня не слышит. То, что я говорю, она не слышит. В больнице жена не навестила Сашу ни разу. Помогают ему только близкие друзья. По словам Саши, он далеко не безработный и регулярно приносит деньги в семью. Трубопроводы провожу в квартирах. Вот. Ванны гидромассажные, кабины душевые. 1015 выходит. Саша не готов расстаться с женой, которую бесконечно любит. Наверное, то, ну, что и всех людей. Одиночество, наверное. Боязнь одиночества. Страшно остаться одному. Встречаем Александра, он у нас в студии. Саш, вот кто эта женщина для вас сейчас, которая сидит перед вами? Супруга. Ни разу руку вы на нее не поднимали? За волосы один раз потаскал руку у подъезда. И то это было только лишь это потому, что она поздно вернулась домой, а я как бы стоял у подъезда, не мог попасть домой. Саша, а гематомы? Какие гематомы? А на груди, которые были гематомы? А клоки вырванных волос? А на голове? Это она сама себе все сделала, что ли? Можно я скажу? А откуда я вернулась так поздно, что мне потрепал за волосы? Со свадьбы. Ну. Саша, я приехала в 9 вечера. Я просто считаю, что пьяная женщина, допустим, если, ну, если она выпила, допустим, да, то она сама себе не хозяйка. Саша, а я пью? Она же не пьет. Она выпивает? Ну, бывает иногда. Да она вообще не пьет. Я вообще не пью. Не я не употребляю спиртных напитков. Ну, как, не знаю. Никаких. Не замечал. А откуда у вас такие сведения, что она пьет? Ну, я же вижу на праздниках, где-то сидит, там выпивает. Вот они даже сюда, в Москву, поехали, они с собой полный поезд пива набрали. Поехали. Целые пакеты гремели. Что не так, что ли? Саш, какого пакета? А вы пьете? Я не пью. Язвенник. Не пью. Трезвенник. Взяли пакеты, целое пиво. Вообще не пью. С 2003 года не пью. Вообще не пью. Вообще не пью. Саш, скажи мне, пожалуйста, вот что мы видим сейчас на экране? Это кто? Это Надя. Это ты на экране или нет? Да. А как-то странно ты там выглядишь. Я на работе. Я ужасно устала. И просто, ну так... Коллеги так пошутили, сфоткали меня в таком виде. Ну, а вы-то что? Вы скажите про супругу. Это она так устала или это что? Это у них корпоратив там был. Я после тоже этого, так после думаю. Этого корпоратива они всем своим коллективом поехали в сауну. Видимо, она выпила, да? То есть, видимо, да. Слушайте, столько много друг другу претензий. Жена приняла решение разводиться. Вы не хотите, что ли, ее отпускать? У вас к ней претензии. Она плохая хозяйка, она выпивает, она сама себе не хозяйка. Не знаю там что. Понимаете, вроде как оба... имеют претензии, такие глобального характера, накопившиеся годами. Ну так в чем вопрос-то? Дело в том, что как бы помимо нас еще есть дети. Так. Ну, то есть ну так на глазах у детей это, в общем, такая вот, в кавычках, любовь происходит. А дети, это тоже не есть хорошо. А дети кого больше вот поддерживают при вашем адекватном мнении? Не знаю. Ну, начнем с папы. Он что-то произойдет, мелкое недоразумение, и папа начнет орать. И мама начнет орать. И так они начинают целый день. Пока не подойдет 5 часов или 4 часа, бывало, да каждый день. Ходит, орет вечно, когда. Бывает, еще больше начинает орать, бить, ходить все. Всю квартиру. Ну, можешь пройти ко мне в комнату, что-нибудь побить. Его надо куда-нибудь в психушку сдать, чтобы полечился немножко. Я считаю, что ей лучше с ним развестись, чтобы жить спокойнее. Я хочу, чтобы мама и папа не ругались. Это все. Видишь, даже дети говорят, ну, что вот я с стены бью. Ну, вот вам и ответ на вопрос. В квартире. Вот сказала ваша супруга, что дочка сказала, что вы ее достали. Это правда или нет? Ну, старшая, она устала от скандалов от наших, то, что мы ругаемся. А большей частью вы, например, обвиняете ее в том, что, по сути, она все время вас провоцирует на то, чтобы вы начинали там кричать, как-то, да. Как-то бить ее, ну, или что? Больше всего это происходит, знаете, из-за чего? Вот, как я думаю, все мужчины у меня в студии поймут. Вот. Я прихожу, допустим, с халтуры домой, я хочу поесть, дома ничего не готово, а она лежит, ТНТ смотрит, понимаете? Не надо здесь на всю страну рассказывать, что я бью, избиваю и живу таким образом, потому что меня жена не встретила когда-то с красной дорожкой. Нет, если тут это не только такая это, причина. Тут не только это. Я вам озвучу. Она, во-первых... не занимается влажной уборкой в квартире. То есть мне приходится это все делать из-под палки. Замечательно. Потом второе. Убыла от вас. Второе, она не готовит.
Она не готовит. С детьми да, она тоже она уроки не делает. 4 часа в сутки. Уроки она с детьми не делает. А что вам-то мешает делать? А я что вам мешает влажную уборку? Я делаю с Машей. Она с утра до вечера я утром выхожу на работу. А вы работаете или нет? Это большой знак вопроса. Я занимаюсь полностью хозяйством в доме сейчас. Ну, полностью всем. Чего, чем ты занимаешься? Всем. Если ты актер на кухне... Готовкой, стиркой, уборкой там, послушай всем. Меня, Александр Анатольевич. Если ты вытрал стекла на кухне, позвонил мне и сказал, боже мой, как я устал. Я же сделал целую приборку во всей квартире. Я прихожу, как я ушла, была расправлена постель, потому что на ней спал работящий. Так и пришла она расправлена. Что нет? А я тебе ужин не приготовила. Конечно, я прихожу начало 9 вечера с работы, с авоськами, заходя в магазин. И готовлю вам ужин. Пока ты, Сашенька, чем занимался целый день? Отдыхал. Ты ведешь аморальный образ жизни? Ты употребляешь наркотики? Очень редко употребляю. Давайте посмотрим на экран. Саш, что вот вы там делали? Скажите мне, пожалуйста. Папиросу курил. Саш, ну вот даже здесь вы врете. Почему? Уже компромат на вас, уже, так сказать, все понятно, что вы с этими пацанами со своими время проводите весело. Скажите так, как есть. За да, да, я иногда употребление не наказывается законом. Марихуану употребляю иногда, да. Иногда или каждый день? Нет, иногда. Потому что от боли, от безысходки. Это, скорее всего, чтобы эмоционально как-то уйти от проблем вот этих. Ну, а употребление каких-то транквилизаторов было в прошлом или в данный момент? В 2008 году я получил ножевое ранение. Вот. Мне удалили часть печени, удалили одну почку. Я стал отекать сильно, и после этого стал употреблять наркотические средства. Если жена нормальная, все благополучно в семье, ну и какой мужик станет наркоманом? Избивать, например, станет ее. Если она его не доводит, истерики не закатывает ему, не пилит его с утра до ночи. У нас есть доказательства того, что Саша хочет сохранить семью. Посмотрите видео. Наденька, ты посмотри внимательно. А теперь внимательно на руку смотрим. Сейчас как в сказке все замерло. Замерла рука. Мышцы на руке стали деревянными и неподвижными. Рука деревянная. Ну чего я думаю, надо было просто с первого сеанса прийти послушать. Готов лечиться? Готов. Конечно, готов. То есть, Саш, ты все-таки это признаешь? К разговору про все-таки он признает. Правильно. Он пошел и готов был лечиться. Оксана, и до сих пор вот собирается. Раз уж разговор зашел про наркотики, здесь вот Никита, у Никиты за спиной 8 лет героина. После героина он стал чемпионом Белгородской области по боксу. И сейчас мы с ним... 7 лет занимаемся, я вместе с ним, я поверил в него. Мы 7 лет занимаемся реабилитацией, у нас порядка 50 реабцентров по стране. Мы свои. Если ты точно принял решение, что ты хочешь завязать, то мы готовы тебя принять. Я готов. Вы готовы его взять на лечение, да, я так понимаю? Нет, это не лечение. Лечение это детокс, химия, это неделя работы, ничего страшного. Вот реабилитация это полгода, чтобы ты должен понимать. Это полгода, это мы все устроим. И потом последующая ресоциализация. Но очень нужна будет Надина помощь, абсолютно. Если супруга готова на это пойти, что а полгода ты будешь на реабилитации. Ты готов на все, то это мы надо тебя будет вытащим. Сюда приехать. Леша, это здесь, да? Мы сделаем бесплатно все. Это, возможно, и подмосковный реабцентр. Просто человек зависимый не должен проходить реабилитацию в том же месте, где он живет, работает, там, где его семья. Надя, готова он должен помочь. Обязательно поменять регион. Но здесь очень важно от Нади услышать, что она готова на этот я шаг. Готова. Но я ему не верю. Ну, почему? Надо же как-то дать все-таки шанс еще один. Если ты хочешь. Есть шанс. Главное, чтобы он хотел этого, понимаете? Но он же сейчас сказал, он хочет. Ну вот он сейчас сказал, да, вот что он хочет вылечиться, хочет избавиться от этой привычки. Вот сейчас мы говорим, да? Он говорит, он сидит такой вот мягкий, пушистый. Вы знаете, что будет, когда я выйду с этой студии? Никто не знает. Я знаю, Саша, что будет. Когда ты говорил о том, что как же так она не пришла в больницу, ты порезал себе вены, ты глотаешь какие-то таблетки. Наденька, я тебе хочу сказать, что это поведение наркомана, это манипуляции, это называется детское поведение. Он ребенок.
Он любыми способами пытается привлечь твое внимание, но не ради любви, а ради того, что он может потерять свой комфорт. Потому что ему с тобой очень хорошо и очень удобно, а вот тебе с ним не очень. А так как Саша сейчас не представляет ни в социальной жизни, ну, я не знаю, как там физиология у вас, ни в семейной жизни, ничего. То есть, в принципе, сейчас Саша в семейной жизни полный ноль. Саш, так? Саш, скажи, тоже так, положа руку на сердце, так или нет? Но ты сейчас человек нереализованный, да? Согласен. Он нереализованный. Так ты единственная женщина, на которой он может реализоваться. Поэтому продолжать он будет всегда. Так себя вести, бить тебя, кричать и орать. Так вот, чтобы этого не было, все-таки давайте попробуем сохранить эту семью. Хотя, конечно, шансов очень мало. Большинство из вас игнорируют позицию Нади. Она вам открытым текстом говорит, да он мне не нужен. Я просто не могу выгнать его из своей жизни. А вы как в американском фильме говорите, подождите, ну мы вам вернем вашего мужа совершенно другим. Так сейчас ему нужно помочь. Ей не нужна помощь. Она прожила тяжелейшую жизнь с этим человеком. Она ничего, кроме отвращения, к нему не чувствует. Ну, она смотрит, подожди, дай я скажу. Он может стать другим. Да какая ей разница, каким он хочет стать? Она его сейчас презирает. Он ей не нужен. Абсолютно. Здесь помощь в этой студии нужна ровно одному человеку. У него не хватает, я не знаю, какое сказать правильное слово, чтобы не задеть никого. Не хватает чуть-чуть достоинства мужского. Женщина говорит, ты не нужен. Двое детей говорят, да не нужен ты. Чего ты лезешь? Чего ты, на чем ты настаиваешь? Что ты себе вены режешь? Да ты убьешь себя, но они поплачут и будут жить дальше. Из этой жизни. Вот и все. Нет, так он здесь тихо говорил, у него это есть тема. Подожди, вот Оксана. Завтра... Сейчас, постой, мы сейчас с тобой вместе. У тебя есть куда уйти? Да не в этом Саш, дело. Куда? У него суицидные маме. Эти наклонности. Есть вы не видите, маме? Что ли? Он резал себе вену. Он даже сейчас тихо говорит, да, уйти легко. У него есть одна дверь, он ее знает. И вполне возможно, что он в нее выйдет. У нас в студии друг Александра. Алексей Пантелеев, встречайте. Алексей, вы утверждаете, что Надя во всем виновата. Почему? Все виноваты. Вы видели, когда он ее бьет? Нет. Зачем он вены резал? Вот это его дело, не мое же, правильно. Ну как думается, как чувствуется? Все, если просто достал и жил. Вы понимаете, когда мужчина занимается определенного рода деланием, и он очень много занят в течение дня, у него в голову что-то дурное не лезет. Да, то есть поэтому на самом деле, так сказать, здесь, наверное, больше надо работать. Зачем вы резали вены? Почему он резал вены? Я могу ответить за Алексея. Вы задайте мне вопрос. Почему вы резали? Потому что накануне он меня очень сильно избил. Он меня бил ногами. При да детям. Ты я... Почему врешь ты? Детям? Ты почему врешь, я ты сейчас детям. Сидишь? Я детям. Старшая дочка закричала. Ты сейчас Настя, сидишь и врешь. Милицию. Тебя никто никогда не бил. Вызывай милицию. Он подошел. А он мне сказал, что извините, я скажу. Да, я, можно, да, я скажу матом, как он мне сказал. Такому п***асу, как ты, как я, надо меня бить ногами, меня надо убивать. Он мне такое сказал. Ты что такое говоришь-то, врешь-то? Ты утром пошла на работу и сказала, я подаю на развод. Я тебе в течение дня 4 раза или 5 пробовал дозвониться, не мог дозвониться. Я тебе отправил смс. Не хочешь по-хорошему решить вопрос, я решу по-своему. На следующий день я пошла на работу и сказала тебе, собирай вещи и уходи. У тебя есть время до 8 вечера. Надь, подождите, а что смс-ка-то хотели сказать? Такая замечательная смс-ка. Не хочешь по-хорошему, я решу по-своему. Как? Помириться хотел сказать. Вот, поскольку ты меня избил. Давайте посмотрим видео. Кто сидишь? Не знаю, ты чё орёшь, что ты? Ты чё мои кости ты терёшь, сидишь, нахуй, а? Я вообще с бутылом не разговариваю. Ты про меня говоришь, сидишь? Я слышу. Я про тебя, Саша, ни слова не сказала. Я слышу, пришёл домой, и спит. И спит, да, голова болит, вещи не стираны, ничего не нравится, а чё, не так, что ли? Он тебе на работу этот пакет принёс, нахуй, отдал, Саша, ты не ори, во-первых, пакет он заработает. Иди, кости мои, отсюда. Ну, они реально мучают друг друга. Вот мы нам прям даже видео показали, там я понял, скрытую камеру, как они друг друга мучают. Да чего же вы друг друга мучаете-то? Ну, слава богу, она собралась уже. Ну и ты тоже наберись мужества. Она мне нужна. Зачем? Она не убирается.
Она там не готовит, она не следит за детьми, она вы спите под разными одеялами. Ну зачем она тебе такая нужна? Сорвал у меня вопрос. Она сегодня в номере у меня ночевала. Да, потому что ты меня заставил. Да с чего я заставил-то? Чего ты меня вчера избил прямо в холле в гостиной? Леша, ты отдал... Не было такого, не было такого. Вот Леха говорит, даже не было. Леша, оттаскивал тебя от меня. Потому что нас расселили по разным номерам. Вы не орали друг другу, не портили настроение. Мы не орали. У нас в студии сейчас появится родная сестра Надежды, которая с самого начала была уверена, что этот брак – ошибка. Встречаем. Вы сюда сядьте, вы сюда сядьте. Так бить его не надо в студии. Мама была против твоей свадьбы с Надей. Я думала, она не права. Так она к нему пошла. Говорю, так она, Надя нашла свое счастье, наконец-то. Ну ты понимаешь, дело в том, что ты не оправдал нашу надежду. Как вас зовут? Светочка, пошли, дорогая, сядем сюда. Что-то ты много говоришь. Дамы. Вот я тоже об этом вот думаю. Я не понимаю, и не могу с ним справиться. Девочки, как вы довели эту историю до такого состояния? Так, что с самого начала было? Свадьба. 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 Да. До свадьбы. Я была очень рада, что Надя наконец-то обиделся. Ой. Вот не понимаю, Саша, ты ну ты же спортсмен. Ты же вчера еще бегал. Ты же чемпион. Ты же мужик, в конце концов. Вы знаете, он так боялся, что мы поедем, что он пришел ко мне домой, к моему мужу, когда я была на работе, и говорит, если она поедет, я своей жене, извините меня, пожалуйста, весь ебаник разобью. Я прихожу домой, у меня Сережа мне говорит. Я говорю, Сережа, ты что? Я уже звоню Наде, говорю, Надя, я боюсь за своих детей. А если он придет и мне что-то сделает с детьми? Он угрожал нам перед отъездом. Угрожал. Вчера он пришел к нам в номер и сказал, что если ты откроешь рот, Света, было же такое, если ты откроешь рот, я на компромат на тебя вылью. Какой компромат? О чем человек думает, когда идет мириться с женой? Почему вы сестру в таком случае выдали замуж? Саш, ну посиди. Зачем это делать? Что туда-сюда мотаться? Ты же пришел мириться. Ты пришел мириться. Так зачем ты людей-то настраиваешь против себя? Секунду, Саш, спасибо, что ты вернулся. Это хорошо. Нет, я понимаю. Саша, ну меня не хочет сразу. Он не хочет с тобой расставаться. Очень много лжи идет. Очень много же чувствуешь ситуацию. Конечно, я чувствую ситуацию, что это ложь. Так, как с самого начала? Свадьба. Я никак не могу договорить. Свадьба. Была свадьба? Хорошая свадьба была? Да, хорошая, замечательная свадьба. Все остались довольны, как бы. Они ведь первое время жили очень хорошо. Вы понимаете, даже позавидовать можно. До 2008 года мы жили хорошо. Цветы. Саша дарил цветы. До 2008 года мы жили хорошо. Пока со мной не случилась вот эта беда. Все это было. Куда это все девалось? Куда? После ранения все это девалось. Понимаешь? А ранила-то я тебя, что ли? Нет. Знаете, есть такой, Надь, есть такой, знаете, хороший афоризм, я не помню, кто это сказал, знаете, если мужчину правильно, вернее, мужчина подобен линолеуму, если мужчину первый раз правильно положить, по нему можно ходить ногами последующие 40 лет. Значит, что-то, это уже серьезно, произошло тогда, когда только что-то начиналось. Саша, Надя, я предлагаю сейчас посмотреть, с чего начиналась ваша история, ваша свадьба. Является ли ваше желание вступить в брак взаимным? Прошу обидеть вас, Надежда Владимировна. О чем ты вспоминаешь? Много, хорошо было. А все, ты? Все было красиво. Что? Почему разрыдалась? Потому что... Ой, были же все-таки счастливые времена когда-то. Конечно. Я была счастлива раньше, конечно. Тогда, давно, не сейчас. Наверное, поэтому.
Скажи мне, пожалуйста, Надь, что ты думаешь сейчас? Ты готова подать все-таки на развод? Он избивает меня при наших детях. За волосы один раз потаскал такого подъезда. Мы режем вены. Мы пытаемся прыгнуть из окна. Употребляете? Марихуану употребляю иногда, да. И этот человек вас бьет? Он же хлюпик. Он будет всегда так себя вести, бить тебя, кричать и орать. Мужчина подобен линолеуму. Если мужчину первый раз правильно положить, по нему можно ходить ногами последующие 40 лет. Ты готова подать все-таки на развод? Да, я готова подать на развод. Я готова. Несмотря ни на что? Да. Но это было раньше. Тогда я была счастлива, да. Я вот ты тогда... вот плачешь. Мне кажется, ты его тоже все еще любишь. Нет, не люблю. И ему говорила неоднократно, не люблю. Нету ничего больше к этому человеку. Не осталось ничего. Скажи, но ты ему даже шанса вот не даешь нет, попытаться исправиться. Нет, мы с ним разговаривали. Я ему сказала, что просто слова мне не нужны. Мне нужны действия. Если ты устроишься на работу, завяжешь с наркотиками, вылечишься наконец-таки. Ты его тогда простишь, вот, Надя. Я не знаю, но мы, по крайней мере, может быть, научимся все-таки общаться с ним по-хорошему, как люди общаются. Итак, мы выслушали обе стороны. У каждого своя правда, как говорится. И я хотела бы сейчас экспертов спросить. Как вы считаете, что их ждет, если они разведутся? Надежда, Александр, значит, если вы разведетесь, то я думаю, что вы все равно не оставите друг друга в покое. То есть особенный Александр, и вы будете там как-то подсознательно тосковать. Хотелось бы вам дать один совет, чтобы вы начали заниматься каждый сам собой. То есть вот эти ваши претензии друг к другу, они мало того, что ни к чему не приведут, они... Вы буквально находитесь как на взрывчатке. Просто можно сказать, все взорвется вот в любую секунду. Ваше мнение, скажите, пожалуйста, что их ждет? Я сейчас даже буду говорить не как адвокат и общественный деятель, а просто как женщина. Значит, мое глубокое убеждение, что будущего, нормального будущего у этой семьи быть не может. Если это действительно правда. И Надежда не любит человека по имени Саша, и если она не видит будущего с этим человеком, то разводиться надо, вне зависимости от желания второй стороны, даже если бы это было желание Саши. Мы все знаем ситуации, когда в порыве страсти, ненависти, я не знаю, какого-то конфликта мужчина может сорваться, но это не должна быть система. Я понимаю, но в этой семье есть еще дети. Не должны родители приносить свою жизнь в жертву своим детям. Дети, к сожалению, за редким исключением, никогда этого не оценят. Я считаю, что дети не должны стоять во главе угла. Ты вот опять рыдаешь, Надежда? А потом, слушайте, кто сказал, что по второму разу нельзя зарегистрировать брак? Разрушить легко, построить сложно. Если есть желание, Сашенька, послушай сюда. Я 10 лет строил. Сашуля! 10 лет строил это все. Значит, у нас есть в студии моя хорошая приятельница Ия Ненидзе, актриса, народная артистка Грузии, которая прошла через, в общем, страшное, мне кажется, испытание. Один из мужей у нее был наркоман. И есть перспективы? Я думаю, надо помочь Наде, если она его любит. Но она говорит, она его не любит. Ты мне расскажи, через что ты прошла, Ия. Я прошла, ты прошла, я знаю, через кошмар. Я не могу сравнивать свою биографию. То, что у меня было, я безумно любила этого человека. Он у тебя лечился? Я его лечила своей любовью. Лежал он у тебя в больнице? Дома он у меня лежал. Дома лежал. Дома. Я все это делала в домашних условиях. Буквально год мы выходили из этого состояния. И через там, год он... ушел из жизни. Просто это вот так произошло. То есть ничего не спасло? Ну, человек был уже, как говорится, кандидат на тот свет. Что я могу сказать? Если вы любите, вы сделаете очень многое. Но я вижу здесь распад. Ты хочешь все-таки семью свою сохранить ради детей? Или ради того, что ты любишь эту женщину? Я люблю эту женщину. И детей своих люблю. Ради удобств. Он плохой отец? Сейчас да. Он ну как сейчас? Сколько сейчас? Сколько ну времени? Год, два может быть.
он был... 2 года? Да, он... Я не... Скажи, вот почему ты тогда не ушла, когда вот это вот все как бы началось? Любила. Любила. Любила, хотела сохранить семью, я же говорю, боялась остаться одна. Он врет сейчас вам. Ему удобно, тебе, Саш, удобно со мной. Да? Когда ты приходишь ночью домой, открывая дверь и вытряхивая у меня кошелек... А почему ты вот с этим завязал? Вот с этим, почему я завязал? Ты сказал, что посадили. А? Посадили? Да. Это что у тебя героин? Я употреблял очень... 10 месяцев сидел на системе, завтрак, обед и ужин. Не, ну ты же знала, что он наркоман. Ну я слез с этого. Вы до сих пор спите в одной постели, хоть и под разными одеялами. Вот. Да я не могу его выгнать из своей жизни, не могу. Да я сам могу идти. Ну человек Надь, просто довел до такого, что Саш, подойди она сюда. Его не любит. Есть шанс. Саш, ну вы же можете быть еще счастливы? Нет. Саш. Можем? Можем, Аня. Можем. Нет. Почему? Скажи мне, пожалуйста. Ну, я не хочу, потому что... А дети? Ну, детям лучше без него. Да, Владушка говорит обратно. Ну, лучше без тебя, Саш. Нам без тебя лучше. Ну, все, значит. Вот и поговорили. Саш, подожди, Саш, меня послушай, Надя. Саш. Минуточку внимания. Скажи мне, пожалуйста, вот как ты свое будущее представляешь? Что дальше? Я не знаю. Дальше мы приедем домой, и будет, наверное, то же самое, что и было. Нет, Надя, здесь группа поддержки есть. Нет, еще есть шанс, потом будет поздно, и потом вы будете все время жалеть. Все. Понимаете, что... Он опять вернулся. Ты понимаешь, что ты творишь? Саш, встань сюда. На самом деле, мужской поступок, что он вернулся, он второй раз возвращается, он хочет реально сохранить семью. Почему ты ему не хочешь дать все-таки шанс? Почему? Я ему сказала, если... Так не хочу или не хочу дать шанс? Дайте шанс. Подождите, дайте одним побыть. Я ему сказала, Саша, если ты не на словах, а на поступках мне докажешь, что ты можешь измениться, и ты изменишься, попросишь прощения у наших детей, у моей мамы попросишь прощения, у моей семьи. Я сейчас уезжал из дома, все были, Саш, все были на позитиве. Мама меня провожала, целовала. Все были рады, что ты уехал из дома, что без тебя я дохну пару дней. Нет, не так это все. Мне не нужно. Саш, ну постой, ну ты что ты делаешь? Что мне надо сделать? Голова моя сама. Да, тебе просто нужно... Нет, давайте я голову отдаю. Я не надо головой, ты готов? Девочки, дайте я спрошу. Я всю жизнь работал. И было время, что на 6 лет мне вообще не работало, дома сидела. Спокойно, иди сюда. Понимаете? Все это было. Саш, ты можешь сейчас у нее попросить прощения? Я обещаю всей стране, что я пойду в этот центр. Я хочу. Кто верит в этого человека? Я хочу пойти. Ты пошел. Ты как дура, блин. На. Ну подойди, так тоже нельзя. Зачем ты меня унижаешь? Унизила? А ты зачем меня унижаешь? Зачем ты меня на протяжении года унижал? Каждый день. Конечно, Саша. Вот проще всего сказать прости. Когда ты бил меня при своих друзьях. Я не бил тебя. Заволосы. Ну, конечно, друзья твои не подтвердят. Саш, ты бил меня при своих друзьях. Саша, ну заволосы это сказать, ты что? Она кто? Кукла, чтобы ты заволосы вытылял головой в стенку бил? Ну, ты, ну как-то я может пробовал, словами можно как-то. Я пробовал словами, она начинает... Ну, ты не знаешь, так только приходит. Так я пробовал словами, она начинает кричать. Женщина, Саша, конечно, Саша. Как я начинаю кричать? Она по-любому слабее тебя. Когда? Когда ухожу и запираюсь в ванной, не хотя с тобой общаться, так и... И когда ты меня бьешь и говоришь, отвечай мне не нравится твой ответ. Извините, я вот друг Александр. Ты его друг. Да. Давай тогда. Стоял, нет, иди тогда слушал. Сюда. Иди сюда, друг. Хотел как бы сказать вообще то, что человек вот этот, ну как бы пример вообще, ну для меня как бы и для своего племянника как бы. В чем пример-то? Ну пример в том, то, что как бы даже вот когда мы ехали сюда на программу, вот видели как, ну при нас прям перевернулась машина. Вот, легковая. Вот, человек как бы вот, ну, на ходу выскочил из своей машины, как бы побежал, вытащил оттуда свои, ну, детей сначала, потом уже мужчину, как бы, ну... Да имеется в виду герой? То, что... Да, это ты поступок. Ты многого не знала про своего мужа. Имеется в виду то, что как бы, он сам а первый. Проезжали мимо а можно я скажу? Саш, я хочу тебе задать вопрос. А когда Саша снимал квартиру, да, я пришла, Саша позвонил, сказал, что я подошла к нему. Когда он меня ударил при тебе... Когда? Не видел. Что ты не видел? Как он смотрел.
Саш, ты подскочил. В смысле подскочил? Саш, ты подскочил, когда он меня ударил. Когда был на квартире ты, Саша, две девушки, привезенные из клуба, с которыми вы отжигали всю ночь. Ну, девушка что, моя была. Две девушки было. И Женина девушка, племянника. Вот. Да, Саша. У него я не знаю, чьи были девушки, я не знаю, чьи они были, я не буду утверждать. Молодых им пацанов он были. Наши девушки были. Их ровесницы по 18 лет им. Они с клуба их вот привезли. Тогда почему ты так отреагировал на меня и ударил меня? Саша, ты это все прекрасно видел. Потому что зашла и он меня бил при тебе неоднократно. Блин, я ни разу не трогал вас. Я не могу. Ты не можешь это слушать. Я, конечно, не могу, но это все вранье. Ну да, все правда. Хорошо, присядь, пожалуйста. Надь, ты все равно должна сюда подойти, как хочешь. Да. Зачем вы друг другу нужны? Да потому что у нас семья. Я люблю ее. Саша, вот моя семья сидит. Ты что? И ты с ней так ругаешься. Она моя семья. Она для меня, она мне дороже, чем ты. Саша, ну и последнее слово твое тогда. Так все. Больше слов нету. Саша, а вы подождите. Саша, не уходи. Не уходи. Тихо, спокойно. Подождите. Это тоже имеет большое значение. Да. Вы спокойно отпустите ее? Спокойно отпущу. Очень надеемся. Не будете ее больше обижать, бить, унижать, ничего. Оскорблять, ничего не будет. Подкарауливать. Ничего. Не будет этого. Какое ничего. Какое подкарауливать? Где я подкарауливал ее? Саш, да ты подъезд. Домой даже не дашь зайти. Ты что? Ну все. Ладно, давайте Надя, ограничимся все, его последним хватит, словом, что он ее отпустит унижение, спокойно. Не надо этого унижения. Так, Саша, ты не уходи, ты добивайся ее. Добивайся ее. Это ее добивание. Я пытаюсь. Да, я пытаюсь. Я пытаюсь. У меня просто в г***. Пускай не так, что ли, Надя? Мне дальше опускаешь. Если ты пойдешь лечиться. На самом деле он старался. Я сказал уже, пять раз повторил. Можно сколько ты... еще ты можешь сказать? Потише. Саша, ну давай. Саша, иди сюда. Ты попробуй Надя, сначала. Я здесь сижу и говорю, Надя. Ну что, не врач, что ли? Я не буду с ним. Чистой воды шантаж. Надя, он может уйти из жизни. Одна. Надя, ты тяжело будет всегда лучше одной Надя, быть, чем ты будешь жизнь. Сама всю жизнь себя, себя дайте я скажу, секунду. Будешь. Ты будешь, да, всю жизнь всю корить жизнь себя корить за то, себя. Что ты сделала. Вы пытаетесь мне навязать свое, чтобы я дала шанс. Надя! Я с ним живу. Согласна. Я не хочу, если честно, я не хочу давать ему шанса. Я хочу, чтобы он просто исчез. Умер. Почему умер? Он умрет. Просто исчез из моей жизни. А он исчезнет. Он просто сейчас я выйду из студии, я знаю, что будет. Ты подаешь на развод или нет? Да, я подаю на развод. Мы заканчиваем нашу программу. Нам очень хотелось сохранить эту семью. Мы все пытались это сделать. Не сложилось. Но в любом случае, Надя, это твое было решение. А мы все-таки хотим дать Саше шанс. Тем более у нас есть друзья-эксперты, которые согласны помочь ему. Дорогие друзья, 80% разводов... Такова статистика в нашей стране. Это страшная цифра. До завтра. Сразу после программы Александр Виноградов лег в центр реабилитации, где собирался избавиться от наркотической зависимости. Однако уже через 3 недели Александр сбежал из клиники. Какая-то непонятная форма отрицания, что все, отпустите меня, иначе я тут сейчас стекла начну крушить, все ломать, бить. Посуду он бросил в панике и ушел. Ушел, сказал, ну зачем оно мне все это надо? Дома жена за меня это делает. А тут я не то что для себя, еще и для кого-то. Мы сразу связались с женой Александра Надеждой. Оказалось, что она приняла беглеца обратно в семью. Он приехал вообще другим человеком. Готовит, стирает, убирает, работает. Я счастлива. У меня такое ощущение, что у меня медовый месяц начался. По словам Саши, за столь короткий срок он успел избавиться от своих пагубных привычек. Сейчас он не курит даже обычные сигареты. Как только я избавился от привычки, вот, ну, даже от обычной никотиновой привычки, даже от сигарету, да, я как-то для себя сделал вывод такой, что я смогу как бы обходиться без этого, да, и больше пользы буду приносить здесь, в своей семье. Младшая дочь Виноградовых, Влада, раньше жила с бабушкой, чтобы не видеть родительских скандалов. Теперь девочка вернулась домой. Папа не ругается, никого нету криков, все хорошо, спокойно. Можно ложиться спать даже с радостью. Саша Виноградов решил начать свою семейную жизнь с чистого листа. Он подарил жене новое обручальное кольцо. Больше не снимать. Спасибо. Иди хоть поцелуемся.
Сейчас каждый человек в этой семье верит в светлое будущее. Папа вернулся, значит, все будет хорошо.